такое доброта? Доброта – это чувство человека. Когда хочет человеку что-то сделать доброе, он выявляет это чувство. Доброта – это когда все говорят «спасибо» и очень вежливо себя ведут. Доброта – это когда люди делают добрые поступки. Ну, когда счастье на земле, когда все дружат, тогда это и называется доброта. Если не будешь помогать, значит, с тобой не будут дружить. А если будешь его другом, потом он тебя будет другом называть. Это когда добрые люди. А какие добрые дела ты знаешь? Помочь пожилым людям. А еще кому нужно помогать? Родителям. Друзьям. Например, помогать маме, посуду мыть, там, идти, ходить в магазин, выносить мусор. Или помочь бабушке перейти дорогу. Помогать маме с папой. Ну, например, помогать бездомным животным. Я знаю, что надо помогать бабушке, дедушке, и маме, и папе. Я мою посуду каждый день, а еще я помогаю друзьям делать уроки. Ну, помогать родителям, прийти бабушке дорогу помочь, уступать места в автобусе. Бабушку там через дорогу перейти, все такое. Приют дать животным денег, например, там. Детям дать там денег. Помочь игрушками им. Помогать нужно, потому что доброта потом вернется от другого человека. Друзьям, папам, мамам, дедушкам, бабушкам. Детям маленьким, если их обижают, помочь там. Или разобраться в какой-то. В приюте детском. То что нужно? Ну, если там фонд, ну, чтобы деньги, надо положить. Другим людям тяжело что-то делать. А если ты поможешь? То им будет не тяжело. Ну, потому что бывают трудные ситуации, когда ребенок сам не может справиться. И поэтому нужно помогать. Ну, чтобы они чувствовали, что о них заботятся. И чтобы они тоже, когда вырастут, будут делать добрые поступки. Потому что дети могут не справиться одни. Ну, потому что они маленькие, и надо их уважать. Помогают людям, чтобы они, например, маленькие плачут, а они мы их жалеем. Они маленькие, а им очень больно, когда, например, там... Упадет, да? Да. Но они же не могут все маленькие делать. Потому что они не справляются. Нужно помогать, потому что всем будет приятно. Потому что если не будешь помогать, тобой никто не будет дружить. Потом, если поможешь, тебе это пригодится. Ой, тебе... Бог тебя это не забудет.